Смотри внимательно. В смысле, ты знаешь, что будет? Нет, просто. Просто отвлекся. Ты игру запустила? Всё. Ага. Это загрузка или что это? Я не могу понять. Походу загрузка, загрузка. Ну ладно. Да. Вроде 60 FPS. Какой стрёмный дом. Это начинается на том, на чем закончилось, или? Так, ну закончилось на том, что мы сожгли его. Я вообще не знаю, о чем. Я не помню концовку, кстати, первой части. Концовку, ну он сжег, там уже разные концовки. Я забыла, как играть. Чё? Шатается. Может, корабль? Может быть. Мне кажется, сейчас ты сядешь играть. Ну, она ж не страшная. А чё так, ну, вроде бы 60 FPS, а такое ощущение, что один. Да нет, вроде. Не-не, вот реально кажется... Да, это корабль. Я забыла, как двери открывать, или они закрыты, или не открывают? Они закрыты. Ничего не слышу. Титаник. Хм. Нажмите и переместите, чтобы открыть дверь. А, вот он, вот помещается, видишь как? А, угу. Как в какой-то игре. В какой-то предыдущий, помнишь? Угу. Это из первой части, по-моему, чуваки. Акт 1. Анмуринг. Что такое анмуринг? Мур. Не знаю. Я сожрала пол пачки Доритоса. Ну. А хотела, чтобы ты всех это съел. Я могу положить на подоконник, но. Как будто этот Prey, который новый. Не хочу. Все, что ли? Угу. Ладно, все, хватит. Создание персонажа. Создание персонажа. Да, смотри, все считается. Ой. Эти лестницы под потолок. Ух ты. Даже бэкграунд есть какой-то. А как правый ты? Пробел. Почитай пока.
Надеюсь, все хорошо. Не забывай, о чем мы говорили. Сосредоточься на том, что умеешь лучше всего вступать в свое особое место. Найди в себе мотивацию, создай персонажа. Поверь, он этого стоит. Я буду тебе писать. Счастливого пути, твой друг и агент. А нельзя перевернуть? Видимо, нет. С обратной стороны ничего нет. Аудиофильмы. Сон. Чего? И чего? Пока непонятно. То, наверное, затолкать что-то надо, да? Да. Что? Диафильмы, но их, видимо, нет пока. Как они выглядеть должны? Ну, вот карточки такие. Вот это? Ну, типа вот. Это книги обычно. Ну, смотри, вот, так, вот такие. Ну, ладно. Там внизу можно было посмотреть этот чемодан-то. Нельзя. На нем был... Нет, нет чемодана. Это не чемодан. Я так давно пытаюсь завершить начатое, почти потерял надежду, однако вот чего мы достигли. Что это такое? Это корабль в огне или дом в огне. Можно это вырубить? Нет. Все, теперь я могу читать. Нормально, водичка так. Ключ. Это кординга. Ход записи, наверное. Или главы, наверное, будут. Это что, дельфин, что ли? Не знаю. Наверное. Ой. Что это? Это просто столб. Как интересно. Ничего интересного. Что, записка внизу? Глубоко уважаемый путешественник, помещение подготовлено в соответствии с вашими пожеланиями. Пленка была доставлена незадолго до отплытия. Желаем вам удачного путешествия. С уважением, Икарус Трансатлантик. Кинотеатр домашний. А, какой-то актер. Создание персонажа, подготовка. Исследовать, кто я и где я. Ставила. Звонок. One. In his time plays the parts of many men. He observes the others, while the others watch him. He's expected to behave properly. Wandering through worlds that aren't really there.
He puts on masks and adjusts accordingly. Each mask is a character. Each character a layer. Layers upon layers, calling out to him. He must build the character he was meant to portray, or lose himself completely. Submerged, tightly surrounded by lives he has never lived. Is a sad one. Чё? Первый или второй? Первый. Анна Моринг. Будто какую-то дешмонскую 10 лет назад давности Санта-Барбару смотрю. И чё это было? Я ничего не понимаю. Подожди. Да, ты вышла в другое место. Глубоко уважаемый путешественник, по распоряжению режиссера всем пассажирам и членам экипажа воспрещен вход в данный отсек корабля. Желаем вам приятного дня. Икарус Трансатлантик. Это новое письмо было. Чего? Пуха. Я уже отвыкла от такого. Бегать умеет? Угу. Лучше бы не умел. Редвуд. Да. Не тот, который был в зеленой книге. Я тоже об этом подумал. Я просто не помню, какой там был. По-моему, да, что-то такое было. Кто-то сидит или непонятно? Вряд ли кто-то сидит, потому что. Мы сейчас. Нет! Я на цветы подумал, что это чё-то лицо. Угу. Listen, once you get there, just do what you have to do. Get to the set and build this character for him. That's all that matters. Я всё пропустила. Я пропустила. Я тоже немного пропустил. Да. Радио выключи. Надо теперь осторожнее брать всякие непонятные предметы. Блин, так красиво. На каком движке, интересно, да? Unity, наверное. Не знаю. Или Unreal. Unreal скорее. На Unity не похоже. Unity все. Говень. Почему мы не можем взять лодку и уплыть? Куда? Не знаю. Куда-нибудь. Что это за такое? Чё, это прожектор. А, ну ладно. Покажи мне лодки еще раз.
А, все, я понял, как они спускаются, все. Технологии. Фу, здесь такое все покоцано. Я почему-то сейчас, знаешь, что вспомнил? Треугольник фильм. А, да. Там уже тоже. По лайнеру вот так. Yeah, yeah. I know you told me a million times how much you hate the sea. And I'm telling you, this gig is just too good to pass up. Ну-ка. Карус. Три трубы. А у Титаника сколько было? Четыре, по-моему. Четыре. Ой. Можно пешком? Ой, я не хочу никуда ехать. Ага. Ну, короче, понятно. Куда-нибудь он нас везёт. Ой. Чё? Я боюсь. Чемоданный отсек. Багажный. Вот, что это такое? Какие-то голоса. Свисток. All third class passengers this way, please. Did you check the lower decks this time? I swear to God, if we find any stowaways again, you'll never set foot on a ship again. Give me a call. Ты чего? Ну, хочу еще проверить. А, тут ничего не было. Коридор. Сейчас пугать будут, наверное. Мне кажется, еще не скоро пугать будут. Почему у него женские платья? Ну, наверное, здесь спали женщина и мужчина. Либо транс. Ой. Верхняя часть страницы оторвана. Этот режиссер первым решил снять свою новую картину на борту океанского лайнера, следующего через Атлантику. Детали сюжета держатся в тайне, однако надежный источник утверждает, что главную роль исполнит имени разборчиво. Вероятно, это логичный выбор, учитывая блестящую карьеру и множество признанных критиками ролей. Похоже, недавние тревожные слухи о личной жизни этой знаменитости режиссера не смутили. И чё, и для чего это? Ой! Господи. Вот это он приседает. И чё здесь я должна увидеть? Ничего. Мне кажется, тебе надо будет поиграть в эту игру. Да пока не страшно даже, ничего. Мне страшно. Я лучше в Sinking City поиграю.
Что это такое? Груши? Какие-нибудь мешки, в которых... Что-нибудь хранится просто. Ботинки. Ключ. Ключ от непонятно чего. Не написано. Я не могу пролезть. Где? На другом столике. От службы безопасности, начальнику службы безопасности. На следующей неделе вступают в силу новые протоколы. Вы несете личную ответственность перед компанией за их осуществление. Все охранники должны быть подготовлены к подробному инструктажу. Не зевай! Как вам известно, нежелательные лица уже были замечены на борту этого судна. Мы должны сделать все, чтобы это не повторилось. Иными словами, проезд без билета недопустим. Может, какие-то монстры ездили? Зайцем? Призраки? Просто зайцы ездили. Хорошо, что эта игра коридорная. Не надо думать, куда идти. Это пока. Да, она всегда была коридорная. Первая часть тоже. Ну что, оружие, что ли? Нет, это трость. Never met the guy in person, but few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken. Disfigured, all that nonsense. Не могу ее себе забрать. Что там нарисовано? Всего лишь мышь. Вилку оставила. Ой. Твои любимые картины. Чепуха из первой части. Я не помню, кстати, в первой части там что. Это мы рисовали вот эту картину. А, которую... В меню, mm-hmm. которая была. Это она везде была. Фу, блин, как он выглядывает ужасно. Садись-ка, наверное, играть сам. До первого бугагашеньки. Я уже стара для этого дерьма. Нифига. В молодости я еще играла. Сейчас уже. Набей сос. Я не знаю, как он там должен набиваться. Три коротких, один длин. А вот, кстати, вот они. Сос. Три коротких, три длинных. Три коротких, три длинных. Это сос набивается. Ну, тут какие-то короткие, длинные. Что они все одинаковые? Три черточки, три точки. Три черточки, три точки. Так. Угу. И что дальше? Ну попробуй так набить еще. Просто ради прикола. И что? Сколько надо раз ты набиваешь? Я не помню, S это три черточки или три точки. Попробуй просто поочередно набивать три точки, три черточки, три точки, три черточки. Я думаю, если было бы что-то, уже бы случилось. Там вырубили свет.
аварийный заработал. Опять вышло непонятно где. Тебе явно не в ту дверь. Что-то я наигралась. Да блин, он даже еще ничего не... Я трусиха. Грандиозное выступление. Добросовестная актерская игра. Занятие страшное. Нужна невероятная храбрость, чтобы отринуть собственное самосознание и не просто воссоздать персонаж, а стать им. Не каждый обладает таким мужеством. Однако такое встречается. Вчера мне довелось лично наблюдать это явление в театре Маджестик. Как известно, моим постоянным читателям слов я на ветер не бросаю, а удовлетворить мой взыскательный вкус непросто. И тем не менее, исполнитель главной роли в той пьесе лишил меня дара речи. Игра имени Разборчива поражала своим бесстрашием и была без преувеличения превосходной. Человек на сцене будто исчез у меня на глазах и уступил место своему персонажу. Там газет, по-моему, можно было почитать. Вентилятор. Точнее, винт. Не, не винт, а... Как он называется-то? Помню. О! Наверное, возьмешь его сейчас. Вот у меня система не очень, да? Угу. Тяжело это все делать. Ага. Ты вышла из этой двери. О, там что, стена появилась? Угу. Зайди. Да. Руфл. Да уже, наверное, закрыто будет. Нет. Окей. Просто стена появилась. Офигеть. За что я люблю эту игру? Ты, сука! Ты смеешь. Я перед носом закрывать дверь. Симулятор открывания дверей. Угу. Прайс сделал эту игру. Естественно. Но на самом деле хорошо, что закрываем за мной всю дверь. Пальто висит. Страшно. Здесь ничего нет. Только две двери. А тут? Скорее всего, заперта. Да. He's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets them on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit, if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer.
откуда дым? Да хватит кататься. Корабль же туда-сюда. Ну, точно. Опять пришла туда. Ох уж этот Layers of Fear. Нет, это другое место. Это такое же место. Видишь, чемоданами заставлено. Сейчас буду ходить туда-сюда. Ох уж эти слои. Вот, смотри. Другое место. Не хочу прочь. Служба безопасности Карус Трансатлантик. Всем сотрудникам. Как уже известно большинству из вас, на борту нашего судна будут проходить съемки голливудского кинофильма. Мы высылаем вам подробную информацию о том, на какие палубы закрыт доступ рядовым пассажирам. Главная просьба – актеров и съемочную группу не беспокоить. Да. Чё? Да темно, не хочу идти, где темно. Блин, ещё при вас что-нибудь тень будет. Не хочу. Развернись. Развернись. Я боюсь. Все, вот теперь в ту дверь, наверное, идти. Вряд ли. Нет. Включите свет, друзья. Нет, на глобусик. Можно выйти, пожалуйста? Фу, спасибо. Это что, окно? Дыра какая-то. Подойди, посмотри. Не на хочу. Садись. Да-да. Подойдешь, посмотришь. Играй, ладно. Давай ты сядешь. Я в Sinking City играть буду. Нет, ты сказал, что он не страшный. Ну. Забираешь свои слова назад? Ну, я же не играла во вторую часть. Первая не страшная, вторая страшная. Вот он. Wake up, Miss Darley. We've got to get out of this godforsaken prison before we rot. Пуха. Замок. О, трехзначное число. А я-то откуда знаю? Надо пока найти. Нам ничего не попало. Ну-ка. Ну-ка, иногда на этом, на фотке. И что это значит? Цифр я не вижу. Ладно, давай еще здесь посмотрим. На повязке там ничего нет. Вроде бы нет.
Может, у меня фонарик есть? Посмотри на этот мешок. Нет, ничего. Инвентарь только есть. И что это значит? А, у меня Джой же подключен. Блядь, с твоего Джоя? Ну ладно, плевас на Ай. Тап. Чё-то справа значок появился. Что-то нарисовано. А, это мой инвентарь. Я нажимаю, мне показывают, что у меня в инвентаре. На слайде, может быть, что-нибудь посмотреть на слайде бы. Как я его посмотрю? А что за мешок упал? Не знаю. Просто мешок. Никакой подсказки я не вижу. Что-то я даже и придумать не могу. Нет, там просто вода. Что-нибудь там 3 шестерки. Точно нет. Не могу понять. Я пока тоже. Может быть, его как-то можно посмотреть, этот слайд. Ну, посмотреть только в ту штуку засунуть можно. Может, типа на свет. Нет. Все, что в инвентаре, оно куда-нибудь засовывается. А вот это что такое вот? Я не знаю, это просто грязь какая-то. Это вот висит. Сложно, я сдаюсь. Все. Поиграли. Никаких подсказок вроде нет. Я не знаю. Я тоже сейчас не могу. Escape.